Здравствуйте. Как вы успели уже увидеть, не выдержал визор прямых попаданий. То есть качество поликарбоната оставляет желать лучшего. Ну и вообще, в принципе, поликарбонат ли это, трудно сказать. Соответственно, какой делаем вывод? Визор хлипенький, слабенький, говняный. Поэтому быстрое старение, маленькая прочность и говняное качество. Когда Рок получил уже в потрепанный визор еще некоторое количество попаданий и остался целым. Однако хочу заметить. Смотрите, Рок, так, попадания. Идут сколы краски, под краской видна такая вот текстура, то есть как волокно такое вот, что-то похожее, не знаю, на типа стекловолокно, хотя шлем вроде бы самый обычный. Здесь попадание в боковую часть шлема, просто маленькие вмятинки, никаких сколов краски, ничего. Вроде бы казалось бы классно, но как мне кажется, это означает только одно, что, наверное, сам пластик внутри такого же цвета, как и снаружи. То есть просто матовое покрытие, а под ним просто пластик черного цвета. Вопрос в том, что если его не прострелила пневматика, что из себя представляет этот пластик? И сейчас мы это и выясним. Возьмем наш кирпичик и посмотрим, настолько ли он прочный, как кажется. После проведенных испытаний я сделал вывод. Китайский шлем выдержал несколько ударов кирпича в макушку, в боковины, но, к сожалению, не выдержал удара в бороду и раскололся с первого раза, когда в Рок прилетало еще на прошлом обзоре, и сегодня
прилично раз, борода осталась целой. Здесь же она просто-напросто с первого удара раскололась. Как вы считаете, если при полете с мотоцикла этим шлемом стукнуться и расколется борода, что будет дальше? Мне кажется, ничего хорошего. По пластику. Здесь какой-то интересный, непонятный состав. Просто обычный какой-то пластик. Не знаю, ну, довольно хрупкий, скажем так. Он твердый, потому что выдерживал выстрелы. Он твердый, потому что он выдержал удар в макушку. Ну, сами знаете, что даже можно на яйцо стать, потому что форма шара, она имеет определенную жесткость. Но когда он получил в бороду, он сломался. Ну, а далее это повлекло за собой вот это. Вылетела полностью вся внутрянка, которая... Ну вот она, просто отщелкнулась, как бы это, ну, понятное дело, что из любого шлема она может вылететь, потому что она съемная. Здесь обычный пенопласт, он такой, ну, в принципе, пенопласт как пенопласт. В то же время, стоять, рок. Я, если честно, думал, он сломается, наконец-то. Здесь появились трещины. Послетала краска. Но опять же, смотрите, здесь видна структура волокна. То есть здесь везде волокно. Как бы я по этому шлему ни прыгал, он ломаться категорически отказывается. Пенопласт остался на месте, но его можно вытянуть. И, кстати, не забываем, что этот шлем же попал в пожар. И вот эта часть, она пострадала. И я думал, что она, блин, должна проломиться в конце-то концов, блин. А хрен там, не угадал. Я там специально же прыгал по ней. Все крепления, все послетало. Но сама скорлупа, она осталась целая. Вот здесь есть повреждения. Это я уже когда прыгал по нему. Видно надлом. Но, если вы обратите внимание, вот здесь волокнистая структура, видно там. Которая... треснуло, но все равно держит. Вот торчат волокна вот здесь. Вот они. Так, дальше. По поводу визора. Визор отлетел, визор лопнул, но как бы не пополам. Поэтому сейчас просто попробуем сделать вот так. Берем остатки китайского визора и пытаемся его сломать. Хочет. Ломайся. Не ломается, согнулся. Берем остатки этого визора и пробуем сломать его по трещине. Нифига не ломается. Ладно, попробуем здесь. Не хочет. Нет, просто гнется, но не ломается. Даже по трещине не захотел дальше ломаться. Может, порвется. Ну, понятно. То есть, вывод делаете сами. А я считаю, что китайский шлем все-таки говно. Берегите себя. Где детонатор? Говори, где он?